Без слов в природе школа подражания. У хищных птиц, зверей, добыча пищи. У здравомыслящих висит на послушании успех учебы и богатство нищих. Вы подражаете мне, как я Христу, в желании отвергнуться себя. Найти овцу, спустившись на уступ, разжеванным насытить голубят. В семье родительским учить примером, переносить невзгоды и затишье. По редким праздникам мы будем серым, присутствие детей не будет лишним. Для дружбы, найденной скрещение рук, перелицуйте карту будущей дерзаний. Каков он сам, таким же станет друг, согласно истине Священного Писания. Натаскивают маленьких питомцев по диспутам, где спорные вопросы. Властяница сектантская скрыто солнце, наркотиками, пьянкой, папиросой. Во избежение соблазна маловерных, не пригуби вина мясного блюда. Не все, но кто-то тронется примером, родится ученик, дай Бог свершится чудо. Не подражайте злу худых сообществ. Не все из званых в праздничной одежде. Худых словес словарь заклейте скотчем. Не увлекись проступками невежды. Пример Христа, евангельский пастух. От подражания Богу пламенейте. Свои слова в молитве скажем вслух. Друзья и недруги в нас доброе подметят. 20 октября 2001 года.